качество архитектуры и качество в архитектуре. Но вопрос настолько не имеющий ответа, по крайней мере, вот в российских реалиях. Потому что если мы говорим о качестве строительства, то оно практически отсутствует на всех объектах. Если даже это суперобъект, который строят иностранные какие-то компании, и то качество можно придраться буквально на каждом шагу. Здесь ситуация сложнее. И я своим сотрудникам, я говорю все время один и тот же текст. Делайте качественный проект. Вот в голову качественно вложите, выдайте качественный продукт от идеи до последнего чертежа, и пусть ваш качественный проект станет во главу вообще вот этой пирамидки, чтобы качество строительства не помешало качеству конечного продукта. Как только появляется качественный продукт, который изначально игнорирует плохое качество строительства, не игнорирует, а становится выше плохого качества строительства, вот это и будет качество в архитектуре. Вот оно изначально в голове качество, в результате тоже будет качество. А если мы изначально будем любой проект делать на идеальное воспроизведение вашей бумаги в натуре, ну, это будет сплошное разочарование. И для клиента, для зрителя, для потребителя это будет полная катастрофа. Архитектура от детали вряд ли может пойти. Она идет, как мне кажется, от общего к частному, а от частного к обществу не получается. Вот если мы поставим задачу выполнить весь проект вот именно на этом, ничего не получится. Поэтому всем изначально говорю, не ориентируйтесь на материал. И каждый раз, к сожалению, оказываюсь прав. Не надо закладывать ни то, ни то. Давайте идею. Идея, которая вынесет все. Формы пространства, они дают, в конце концов, результат. Я вот в последние годы все время такую для себя придумал графика. Графика в архитектуре, графичная архитектура, это жесткая причем графика. Уже отвязаться от этого не могу, потому что рука старческая, она дрожит. И инструментом какой-то, слава богу, есть компьютер, который чертит там прямые линии или ясно осознанные там какие-то геометрические фигуры. Это для меня приемлемо. А если там линия идет от другой части тела, ну, не знаю, там от желудка, от сердца. Я всегда вижу, что результата не будет, потому что не будет качества. Ну, есть такие объекты. Я же в основном занимаюсь объектами транспорта, и из этого транспорта вычленена одна такая маленькая составляющая подземной архитектуры, метрополитен. И самое качественное вот из всего, что делал, это перегоны между одной станцией и другой. Вот перегоны сделаны всегда качественно. Причем, ты понимаешь, их, вот, о чем мы с тобой говорим? Их как ни собирай, они все равно получаются качественно. Потому что идея хороша. Весь метрополитен – это перегоны, ты же тоже понимаешь. Весь метрополитен – это перегоны, это вот не те вот беспомощные пространства под названием там платформенный участок или вестибюль. И я могу сказать, что я настроил километры качественной архитектуры, как никто причем. Так что вот ответ такой – простой, прямолинейный и, главное, правдивый. Я убежден, что там есть качество. А рельсы? Рельсы какие? Огонечек засветил, они прям улетают куда-то в глубину. Это как раз архитектура. Вот это архитектура. Вот это все по-настоящему. Это по-человечески.
все остальное там от лукавого или щетка от кого-нибудь. Нет архитектурной политики в стране. Нет. Ну, просто нет ее. И не знаю, когда в ближайшее время появится. Надеюсь, на следующий год будет закон об архитектуре. Но, как все законы в России, он не будет выполняться. Поэтому политики архитектурной и градостроительной, она отсутствует. Ну, просто кто во что горазд. Играет кто во что горазд. Но на самом деле урон от отсутствия градостроительной архитектурной политики великий. И когда во всей архитектуре давлеет панель, та самая панель, которая вот там в реновацию, под острый нож реновации попала, а панель никогда не даст качества. Оправдываем отсутствие политики, потому что что такое в головах? Были бы головы, да, вот изначально можно же об этом поговорить. Были бы головы. Не только у архитекторов, но и у ряда других профессий. Голов нету, а жить хочется, кушать хочется. Проблема качества перекрывает вот это желание все-таки каждый день. Давай говорить тогда об общем падении культуры. Ну, ну можно же об этом говорить? Можно. Это действительно состоялось. И раз это есть, то почему бы архитектуре вдруг вырваться там в лидеры с красным знаменем на боевом коне? Этого же не может быть. Архитекторы тоже, они хоть и кто-то из них представляет, что они элита общества. Ведь это, может, и было когда-то, когда были Буонаротти и да Винчи. Поэтому это вопрос широкий, глубокий, тонкий, ответить на него, ну, кто я такой, чтобы отвечать на него? Я думаю, размытость вообще позиции, а размытость отсутствие позиции. Как всегда, что изволите, что изволите. Причем ляжем под любого заказчика ляжем. У нас же единицы по всей Москве, по огромному нашему сообществу архитектурному, единицы людей, которые имеют свою позицию. Но это же это постыдная ситуация. Вот тоннели делать, вот это да, вот это мы умеем, тут мы не подведем, а все остальное это все спорно и не совсем качественно.